Наверное, все уже привыкли к защищенным смартфонам, но есть множество ситуаций, когда планшет удобнее. Впрочем, размером экрана обусловлена и хрупкость устройства. Для решения этой проблемы бренд Fossibot представил планшетный компьютер DT1 на раме из алюминия, способный выдерживать падение, контакт с водой и прочие непредвиденные испытания. Мимо него я, конечно, не смог пройти, и сейчас хочу очень быстро и без лишней воды рассказать, на что же он способен и что из себя, в общем-то, представляет. Fossibot DT1 – это просто бронированный планшет, который предназначен для использования в экстремальных условиях. Он имеет высокую степень защиты от воды, пыли, ударов и даже взрывов, что делает его идеальным выбором, во-первых, для военных, сотрудников правоохранительных органов, спасателей и других профессионалов, которые работают в тяжелых условиях. Во-вторых, такой девайс будет полезен в семье с детьми, которые то и дело роняют технику на пол. А с учетом того, что компактность для противоударного планшета не так важна, как для смартфона, то минусов у его форм-фактора в принципе нет. Производитель не стал делать упор на малую толщину и вес, чем обычно хвастаются другие компании. Вместо этого планшет изготовлен в массивном ударопрочном корпусе, защищающем его при падении. Планшетный компьютер имеет элегантный дизайн и эргономичную форму, которая удобно лежит в руке. Корпус планшета черного цвета с оранжевыми, зелеными или серыми вставками на задней крышке создает стильный и современный образ. Размещение кнопок управления и разъемов позволяет легко и удобно использовать планшет в любых условиях. Задняя крышка выполнена из термопластичного полиуретана и разбита на секции с гладкой и ромбической поверхностью. Ромбы расположены ближе к краям и обеспечивают дополнительное сцепление с кожей, благодаря чему планшет не выскальзывает из рук. На ощупь материал напоминает прорезиненный Soft Touch пластик. DT1 оснащен дисплеем на 10,4 дюйма с 2К разрешением 2000 на 1200 точек, обеспечивающим четкое и красочное изображение. Благодаря тонким рамкам соотношение площади экрана и поверхности фронтальной панели составляет 94%, что обеспечивает более высокий уровень визуального восприятия как при просмотре фильмов, так и в играх. А благодаря высокой яркости и широким углам обзора вы сможете наслаждаться контентом даже на открытом воздухе или при ярком освещении. Кстати, как говорит разработчик, Fossibot DT1 – это первый защищенный планшет на рынке с 2К дисплеем. К тому же это первый защищенный планшет с таким объемом памяти – 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. У представленных на рынке защищенных планшетов максимальная конфигурация памяти составляет 8 и 128 ГБ. Все это обеспечивает более высокую скорость обработки данных и очень много места для хранения. Добавлю, что объем оперативной памяти можно виртуально увеличить за счет флеш-накопителя до 16 ГБ, а имеющийся слот для карт памяти позволит увеличить еще на 1 ТБ емкость для хранения данных. Fossibot DT1 оснащен процессором MediaTek MT8788 с 8 ядрами, работающими на частоте до 2 ГГц. Этот процессор на 12 нанометров обеспечивает плавную работу устройства и отличную производительность в различных задачах. Видеоускоритель Mali G72 MP3 обеспечивает высокую графическую обработку, позволяя наслаждаться играми и видео с превосходным качеством изображения. Другим отличием DT1 является его фотографические возможности. В правом верхнем углу на обратной стороне корпуса располагается камера с разрешением 48 мегапикселей и двойной светодиодной вспышкой. По сравнению с другими планшетами, он обладает камерой с довольно высоким разрешением, которое выдает на удивление весьма четкие снимки. Разрешение передней камеры для съемки селфи и видеозвонков составляет 16 мегапикселей. Опять же, DT1 является первым защищенным планшетом с таким высоким разрешением камер. Возможности задней камеры: распознавание лиц, панорамная съемка, автофокус, непрерывная съемка, HDR и геотагинг. Сенсор тыловой камеры Samsung, апертура f1.8. Еще одна особенность новинки – это 4 встроенных динамика, обеспечивающие качественное звучание, гарантируя, что пользователь никогда не пропустит ни одной детали, слушает ли он музыку, смотрит фильм или участвует в телефонной конференции. I'm gonna show you things that I'm gonna do.
Большинство планшетов с двумя динамиками не могут обеспечить подобный звуковой эффект, а вот 4 динамика означают полноценное звучание музыки, фильмов и всего остального. Аппарат работает на операционной системе Android 13, что гарантирует совместимость с последними приложениями и функциональностью операционной системы. Планшет оснащен мощной батареей емкостью 11 тысяч мАч, которая обеспечивает длительное время автономной работы. Более того, поддержка быстрой зарядки на 18 Вт позволяет быстро восстановить заряд планшета и продолжать использовать его без задержек. DT1 отвечает стандартам IP68, IP69K, а также MIL-STD810H, что делает его устойчивым к пыли, воде, ударам и падениям. Корпус планшета выполнен на основе авиационного алюминия, что придает ему прочность и надежность. Кроме того, планшет оснащен системой разблокировки по лицу, обеспечивая безопасность и удобство использования. Новинка также поддерживает различные сети и подключения, включая GPS, GLONASS, Galileo, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, LTE и другие. А благодаря поддержке двух сим-карт вы сможете оставаться на связи и получить доступ к интернету в любое время и в любом месте. В итоге Fossibot DT1 – это надежный и удобный бронированный планшет для профессионалов, которые работают в экстремальных условиях. Он имеет высокую степень защиты и мощную техническую оснащенность, что делает его идеальным выбором для любых задач. На сегодня у меня все. Ссылку на планшет я оставлю в описании под этим видео. Всем желаю отличного настроения и до скорой встречи!